Качик. Ой, крапива мозгой. Как и все поплавки, по виду напоминает поганку и нужно собирать аккуратно, чтобы не ошибиться. Во всех источниках упоминается как условно съедобный гриб, который требует предварительного отваривания. Я пока что толкачики сама не пробовала, поэтому не подтвердить, не опровергнуть я этот факт не могу. Но зато могу показать, как выглядит этот гриб.